Добрый день, мои уважаемые подписчики, а также все те, кто впервые зашел на мой канал. Меня зовут Ирина, и это мой ювелирный магазин Нефертити. Сегодня посмотрим с вами янтарь в серебре, браслеты и комплекты. Это еще не все. Янтаря пришло очень-очень много. Это, наверное, только третья часть. Будет очень-очень всего много. Здесь у нас атолл и балтийское золото. Комплекты какие-то успели выложить на витрину, какие нет. Если на витринке не нашли, пишите, я буду смотреть, что по наличию. Потому что действительно очень большая посылка. Мы не успеваем все даже фотографировать. Давайте мы начнем с браслетов. Прям начну с темных, где янтарь почти черный. Серебро идет радированное здесь. Вот такие вот звенья. Янтарь, повторюсь, почти черненький. В прошлый раз комплекты были, а браслетов нет. Вот сейчас вот дослали нам браслетики. Замочек здесь карабин. Плюс цепочка на увеличение с подвесочкой. Так, размер идет от 19 до 22. Цена у него 4,350. Браслетики все легкие, нежненькие, прям красота. Следующий. Овальный вот такой браслетик. С овальчиками. Тоже темный-темный янтарь. Также замочек карабин. Цепочка на увеличение. Размер от 18 до 22. Цена 2900. Так, еще один с темным, дальше все будут посветлее. Он похож на самый первый, здесь вот немножко по-другому сделана вот эта вот часть. Также замочек карабин, цепочка на увеличение с подвесочкой. Размер от 18 до 21, цена у него 5000. Здесь янтарь побольше и сам браслет более тяжелый. Так, светленькие овальчики, тоже все радированное, такой цвет светло-чайный, замочек карабин, цепочка на увеличение с подвесочкой, размер от 18 до 22, цена 2950. Следом янтарь такой двухцветный. На увеличение идет от мелких звеночек, от зеленого. Зеленый и тоже такой светло-светло-чайный. К серединке звенья вот покрупнее. Также замочек карабин. Цепочка на увеличение. Размер от 19 до 22, цена 4450. Очень красивый, особенно здесь зеленоватый прям. Хороший получился, прозрачный. Трехцветный, двухцветный, прошу прощения, вот такой один. Так, просто зеленый. Вот такой браслет. Замочек карабин, радирование. Цепочка на увеличение с подвесочкой. Красивый цвет, необычный. Сейчас сфокусируемся. На руке, наверное, лучше. Вот такой янтарь. Размер от 18 до 21, цена 5550. Так, сейчас секунду уложу. Еще один овальчиками браслет. Здесь такие же пожестче звенья, без овалов. Так, замочек у нас по типу часового идет коробочкой. Размер фиксированный, здесь без цепочек. Размер 20, цена 3270. Вот такой браслетик. Так. Квадратики янтарные.
Замочек опять же по типу часового, широкий, коробочка. Светлый янтарь. Вот такие звенья. В принципе, можно звено снять у ювелира, сделать себе подвесочку, что-нибудь еще такое, если размер великоват. Размер 19,5, цена 4 450. Все, еще один браслетик, и мы переходим уже. Вот такая красота. Здесь небольшие прямоугольнички. Так, замочек карабин. Два колечка идет. Можно чуть-чуть поменьше, чуть побольше сделать. Размерчик 18,5, цена 2 240. Янтарь тоже, ну видите, такой светленький. Комплектики. Так. Секундочку. Почти черный. Темный янтарь. Кольцо и серьги. Вот такая красота у нас тут. Янтарь прям отличный. Кольцо в комплекте 19. Цена комплекта 3 300. Замочек английский. Чуть-чуть занижен на любую мочку. Замки здесь хорошие, большие. Комплекты в этот раз прям отличные. Они у нас всегда отличные, но сегодня их еще и очень много. И разной ценовой категории, что приятно. Какие потяжелее, конечно, янтарь подороже. Молочный и белый он подороже ценится, он будет подороже. А вот эти комплектики 3 300, все удовольствие. Так, этот же 3 300. Цвет посветлее, кольцо 18,5. То же самое, замочки английские. На любую мочку, они большие. Колечки. Вот даже мне на 19. Потому что они мерят по шинке здесь. А вот здесь, видите, еще немножечко пространства. Так, следующий у нас вот такой графичный квадратик. Ниточки. Вот такая прелесть. Комплект также, цена 3 300. Кольцо здесь 20. Двадцаточки. Замочки английские на любую мочку. Колечко 20. Мне кажется, даже можно 20,5 вполне спокойно пробовать. Еще один. Вот такой у нас комплект. Сегодня янтарем. Все, надеюсь, украсимся. Кто ждал янтарь? Вот, все пришло. Комплект 2 850, цена. Кольцо 19,5. Замочки занижены на любую мочку. И колечко хорошо, размерчик большой. Так, сейчас я поменяю планшеточки. Секунду. И будем смотреть уже такой мощный янтарь, скажем. Большой, крупный. Так, молочный. Так, по-моему, птичку вверх ногами делал. Да. Сейчас переодену птичку. Птички очень уж хороши. Оправа здесь, конечно, великолепные. Так, это у нас, наверное, журавль или аист. Возможно, стерх. Молочный янтарь. Цена комплекта 10 350. Кольцо идет безразмерное от 18,5. Кусочки здесь большие. Смотрите, какая птичка. Кусочки все очень плотные. Вес серег 10,58. Они достаточно легкие, все комплекты.
кольцо идет безразмерное, то есть оно вот от 18,5 и чуть-чуть можно еще побольше, поменьше подрегулировать себе. Очень красиво. Люблю вот этот, вот эту коллекцию, она прям уникальная. Еще один молочный поменьше с цветочками. Вот какая у нас прелесть цветочная. Этот комплект 6860. Кольцо также безразмерное. Все подвижненько. Большой кусочек. Нежная цветастость в оправе. Кольцо безразмерное. Изначально, сейчас посмотрим, от 18 где-то. Здесь опять же оно разъемное. Далее зеленый. Девочки, зеленый пришел. Неземной красоты. Вот такая прелесть. Сейчас мы насладимся. Он весь, смотрите, как на солнышке играет. Шикарненький комплект. Замочки. Все это подвижненько. Замочек английский. Вот такой у нас янтарь. Так, комплект. Да, цену уже забыла сказать. Цена 10 260. Серьги вес 9,88. Кольцо идет также безразмерное. Изначально примерно от 19. Если не раздвигать, от 19 размера. Лимонный. Кто ждал лимонный? Янтарь. Мы весь янтарь ждали лимонный, и медовый, и зеленый, и черный. И потому что это ж такая красота. Смотрите, как солнышки. Лимонный янтарик. Колечко мне, правда, маловато. Английский замочек. Вот такая вот здесь лимонная прелесть. Цена комплекта 4400. Девочки, за даром, можно сказать, отдаем. Кольцо изначально от 16,5. Безразмерное тоже раздвинется. Но лучше, конечно, не до 20 раздвигать. Хотя здесь очень просто делаются кольца. Здесь можно все это у ювелира сделать просто еще либо другую шинку, либо эту до нужного размера и вообще, например, запаять. Очень удобненько тут. Так, комплект лимонный, повторюсь, 4400. Так, следующий у нас классика. Без всяких игр, так скажем, с оправой. Просто классический янтарь красивого цвета. Такого заваренного хорошо чая. Чайный. Конечно, цену зачем? Вот цена 3900 за комплект. Кольцо в комплекте 18,5. Английский замочек. Это все подвижное. Вот такой янтарь. Красивый. Ну и цена, конечно, вкусненькая. 3900 за комплект. В серебре, повторюсь. Серебро все родированное. И есть один в позолоте. Почему-то именно эта модель нам всегда приходит в позолоте. По задумке, наверное, модель бывает только и в позолоте. Так, комплект 5950 цена. Кольцо в комплекте 18. Серебро с позолотой. Здесь очень хорошо занижены замки. Шикарный цвет у янтаря. Смотрите, как капелька играет. И вот эта веточка очень изящная. Кольцо тоже раздвижное. От 18,5. Сейчас. Еще один молочный. С бабочкой. Смотрите, какое изящество. То у нас все бамбук был. Веточки, цветочки. Теперь пошли. Видите, журавлики, бабочки.
и так далее. Шикарный комплектик. Давайте еще подержим. Насладимся молочным янтарем. Комплект 9160. Замочки. Я проверяла, не застегнула. Вот такой большой крупный здесь янтарик. Вес серег 8,87. Кольцо раздвижное от 18,5. Ну, шикарный комплект. Все, я не устаю нахваливать. Так, кто не носит кольца, есть комплектик с подвесочкой. Вот так убежал. Вот такой янтарь кубичком. Подвеска и серьги. Здесь еще вставочки фианиты. И на подвеске. Перевернулась. И на подвесочке тоже. Тоже очень красивый лимонный янтарь. Так, сейчас. Серьги, цепочки. Все это подвижненько. Замочек заниженный. И вот такой лимонный кубик. Цена комплекта 3500. Вес подвески 2,35. Так, сейчас, секунду, у меня запуталось. Комплект с молочным янтарем. Подвеска, серьги и кольцо. Тоже цепочечками. Вот такая прелесть. Молочный янтарь. Очень красивый. Цена комплекта 4650. Серьги, английский замок. Чуть занижены. На цепочках. Вставочки тоже фианиты идут. И молочный янтарь. Подвеска. Вот такая дужка. Фианитики. Вес 1,16. Кольцо. Так, по-моему, оно здесь безразмерное. Да, кольцо раздвигается. Вес 3,69. Вот тут вверху раздвижное. Можете поменьше сделать, можете побольше. Далее еще лимонный янтарик. Вот такой желтенький, смотрите, как солнышко, как лимонный лимончик. Цена 4500. Так, 4520. Вес серег 9,17. Английский замочек, все подвижно. Вот такая легкая достаточно оправочка. Кольцо с фиксированным размером 19. И такой же комплект есть потемнее. Коричневый такой чайный. Вот такой. Цена 4640. Кольцо фиксировано 18 размер. А так все то же самое, только вот цвет янтаря, смотрите, какой вам больше по душе, лимонный или такой более коньячный. Так. Что-то у нас с листиком, медовый янтарь, какое-то такое стилизованное изображение листочка или дерева целого. Сочный, насыщенный янтарь. Цена комплекта 9850. Кольцо от 18,5. Изменяемый размер. Замочки, это все подвижно. Тут смотрите, какой толщины кусочек янтаря медового. Шикарнейший. Великолепное кольцо крупное. Размер от 18,5 изменяемый. Еще не все, девочки.
Это янтарь. Смотреть, не пересмотреть. Темный янтарь. Вот такой. Цена комплекта 3500. Кольцо фиксированное должно быть 18. Сейчас посмотрим. Темный, темный, почти черный. Просто янтарь в лапках. Это все подвижно. Кольцо, нет, кольцо раздвигается от 18 размера. Кольцо изменяем. Вот 18 комплект, 3500, повторюсь. Треугольнички на английском замочке. Вот тоже лимонный янтарь. Просто все в лапочках держится. Цена 4100. Сейчас убегает. Кольцо 18. Сейчас посмотрим, наверное, тоже изменяемый. Все подвижненько. Лимонный янтарик, смотрите какой. Кольцо, да, изменяемый размер от 18. Насыщенный темный такой тоже янтарь. Красивые правочки. Смотрите, какая красотища. Шикарный листочек, оправа. Янтарь очень красивый. Цена 9200. Кольцо от 19. Изменяемый размер. Вот такой густой цвет. Все подвижненько. Полупрозрачный, темный. Большие кусочки. Кольцо изменяемый от 19 размера. Еще один зеленый. Тоже с журавликом. Как и первый, который показывал, наверное, на этой планшеточке. Цена 10850, размер изменяемый от 19. Смотрите, какая красота. Неземная красота. Сегодня у нас в янтаре. Прям янтарная сказка. Вот какой у нас кусочек. Какой у нас журавлик летящий. И колечко. Далее лимонный. Все любят лимонный, все любят зеленый, все любят черный, все любят янтарь. А кто еще не любит, вы просто не нашли свой цвет или свой комплектик. Лимонный, цена 5460, кольцо от 18 размера. Изменяемая. Вот какая красота лимонная. И колечко. Так, чайный. Да, не все любят лимонный, понятно. Чайный такой возьмем. Тоже в лапочках. Красотища. Вот такой комплект. Цена 3500, кольцо от 19,5, наверное, размерчик изменяем, сейчас поглядим. Янтарь вот такой у нас, темно-чайный, замочки подвижные. Нет, размер фиксированный идет, еще раз 19,5, но он даже на 20-ку в лед садится, потому что шинки тонкие. Терпение. Всего много. Это вот еще говорит, это третья часть, наверное, которую покажу из этой посылки. Остальное потом тогда досмотрим. Еще один лимонный. Смотрите, какой интересненький комплект. Цена у него 5380. Кольцо от 18 размера. Лимонный прямоугольничек.
Здесь хорошо занижен замочек. Плотненький сам янтарь. Кольцо, да, изменяемый от 18-го. И заключительный на сегодня комплект. Все, и можно мне уже писать, можно мне уже заказывать. Повторюсь, отсылаем мы по всему миру. Данные все для заказа внизу под видео. Вайбер, WhatsApp, группа ВКонтакте, Инстаграм и виртуальная витринка. Если чего-то на витринке не нашли, пишите мне. Так, комплект, цена 4050 рублей. Кольцо 18. Сейчас посмотрим с размером. Все подвижненько. Красивый янтарь ромбиком. Замечательный. Кольцо, да, изменяемый размер от 18. Все, на сегодня вам все показала. Повторюсь, данные для заказа под видео, Вайбер, WhatsApp, группа ВКонтакте, Инстаграм и наша виртуальная витринка. Надеюсь, вам все понравилось. Жду ваших заказов. Пока-пока!